Итак, нам должны были в испытании выжившего изменить сундуки. Давайте посмотрим. О, правда, сундуки изменены, красота. Смотрите, по XP. По XP осталось все то же самое. Опыт рекрутов теперь дают фрагмент изображения шлемов, фрагмент изображения рекрута, суперклей. За серебряный один сундук, за один суперклей дают, здесь два. Поехали переходить в рекруты и смотреть. Оп, а где рекрут? А вот рекруты. Чтобы создать шлем, здоровье всех бойцов при атаке, здоровье всех бойцов при защите. Плюс полтора, нифига себе, получить 60 штук. Перейти 390 скотча, 60 этих штук. Скотча, в принципе, на один уровень дают. А вот с фрагментами обуви и всего остального придется подождать. 10 фрагментов, 5 фрагментов, 2 фрагмента. Ну, так-то, в принципе, неплохо. До какого уровня, вопрос, можно будет это крафтить? Вот это пока остается непонятным. Бонуса к атрибутам пока нет. По талантам. Таланты сейчас до 180 уровня. Все те же самые, ничего не изменилось. Шмотки 60-170. Здоровье плюс 1. Здесь защита плюс 1. Здесь защита всех бойцов при атаке полтора. Итого, за каждую вещь, вот так, тут полтора, тут полтора, тут полтора. Три вещи по полтора, три вещи по единице. Итого 4,5-7,5% за полностью одетый эквип. И, наверное, уровня до 30 их можно будет крафтить. Ну, неплохо, что я вам могу сказать. В принципе, неплохо по рекрутам.